Всем привет! Мы сегодня на Стерегущем, снова база Прибой, и здесь лед байкеров сегодня у нас. Столько людей. Вода просто, она не теплая, она горячая. В море. Вылазить можно вообще из воды не вылазить, у них хоть целый день сиди. Не знаю, на ощущение больше 30 градусов однозначно. Такой теплой воды в этом году еще не было, как в эти выходные. Вот так вот сегодня люди отдыхают. Кто-то в футбол играет, кто-то загорает, кто-то купается. И очень-очень много байкеров. Пойдем пройдемся, сейчас покажу, какие разные мотоциклы поприезжали. Мне целый день только и слышно рев моторов. Сезон вовсю уже идет. Даже палатки поставили вот рядом как раз с шашлычной зоной. Тут и столики есть, и скамеечки. Хорошее место выбрали они, конечно, себе тут. И в домиках тоже все практически домики заняты. Со следующей недели уже будет первый заезд работников судового завода. Это их домики двухэтажные. Их уже покрасили, привели в порядок. Ну, пойдемте посмотрим. Это наша улочка. Тут все домики арендуются постоянными жителями. Целый день сегодня такое. Рев моторов по базе. Сплошной рев моторов. Говорят, какой-то конкурс сегодня будет проводиться. Не знаю, что. Конечно, в основном здесь отдыхают местные, арендуют, постоянно живут здесь. Ну, и бывают вот такие вот слеты веселые. Машин сегодня просто валом. Это как маленькая деревенька. Со своими магазинами, кафешками, барами. Играет музыка, свой пляж, души, туалеты. Вот такие вот стоят красавцы. Движение здесь сегодня по полной. Здесь, конечно, не заскучаешь, особенно на выходные. Здесь, конечно, людей очень много. И море сегодня просто супер. Сейчас пойдем снова купаться. Приехала к детям буквально на один день с мужем. Попроведывать их, привезли продуктов. И будем ехать сегодня назад домой. Хотя с удовольствием бы осталось, но не получается. Такая маслинка красивая. Люди шашлыки себе жарят. В общем, отдыхают. Все забито сегодня людьми. Все. Байкерские мотоциклы стоят. И тут сегодня занята улица. Лимузин
такие вот разные байки. Сегодня веселуха. Каждый раз что-то происходит на стерегущем, именно на прибое. Мотоциклист? Я туда, наверное, не залезу. Да нет, ты, наверное, не залезешь туда. Каждый год проходят какие-то встречи, фестивали на базе прибой. Мам, это против этого. Байки. Вот такой красавец лимузин. Он просто огромный. Начались конкурсы. Вот. Колесо кидают. В общем, кто дальше кинет колесо. Ох ты, блин! Так, следующий. Так, тут немножко меньше. Опа, ну, немножко не в ту сторону. Вот такие конкурсы проходят. Больше 500 байкеров на территории прибоя сегодня. Ну, и байкеры, и все их семьи. В общем, все они в куче. Собрались. Ежегодно они здесь у нас собираются. Вот так вот мы сегодня съездили на стерегущее. А вот это наши поля. Поля с овощами, которые выращиваются в Крыму нашими производителями, фермерами. Помидоры, огурцы, баклажаны, перец. В общем, капуста, морковка. Все выращивается в Крыму. И все идет на наш местный рынок. И все очень дешево и доступно.